героем этого выпуска будет человек, который добился огромных высот в спорте. Человек, который имеет абсолютно все, о чем может только мечтать человек в моем представлении. Это человек, который мог жить бы где угодно, делать все, что угодно, но сейчас он находится в лесу, живет в лесу, занимается своим фермерским хозяйством под Таганрогом. Это 6-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, олимпийский чемпион 1976 года, человек, установивший 63 мировых рекорда, и это лучший тяжелый атлет столетия по версии Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Мы не виделись с ним 2,5 года. Мне очень интересно, что у этого человека произошло за это время. Именно об этом и пойдет этот выпуск. Все нормально. Все в порядке. Неревнивый, а? Обалдеть. Иди. Иди отсюда. Иди гуляй, иди. Она не убежит? Иди. А? Под начало я за ней бегал тут постепенно. Серьезно? Она же с коровами росла. А как учует где-то, как даст туда. Пошла, я вам позвонил сегодня, я даже не понял, что у вас там происходит. Это как козы, куры, это все. Да там что-нибудь говорил, что будет на даче, а что-то такой шум. Что, покажете, что у вас тут за красота? Кстати, это у меня батя сейчас задумался о том, чтобы сделать что-то похожее для себя. У нас что-то вся семья в шоке. Чего? Ну потому что для нас-то это вообще как бы космос. Ну там с землей сложнее. Мне тоже повезло, но весь район вот кусочек один нашел. Да? И, но тот, который мне надо. Вот здесь работа была. Там вот, который. Там же один пруд. Здесь документов нету, в Ростов дали уже на проверку. 700 дольщиков. А кстати, это по документам у вас все оформлено? Конечно, да, частный. Прикольно. Частный штука. А частный. Это вот как раз свободно, да, частный владение. Без обременения. 5 метров глубину все мое. 5 метров глубины? Да. А нет планов не жить? Там нефти нет внизу? Не копались. Ну штык-то шо? Это же как, трактор, да? Подреставрировали чуть-чуть. Он же был старенький. Ну, вот с Денисом разобрали его, раскидали, обновили. Этот тоже вот. Двигатель новый здесь практически сделали. Да, капиталку сделали, да. Перебрали. Как зима, здесь все засыпало же вроде, да? Ну, много. И как продовольствие поставляло? Да, помню, кругом продовольствие бегает. Продовольствие нет проблем. Что тренажеры здесь привезли? Так вот, чтобы было плохо. Это поломанный, который все, да, выкинули. Да? Что-нибудь потом еще сделать можно. Да? Потом сделаю, да. Порезать, сварить. Ладно, я поехал. Давай. Давай, Дядя, не увидимся. Да, не увидимся. Скоро урожай кошек опять будет. Зимой их уменьшается. Ага. А тут им работы всем хватает. Мышей много. В доме тоже? Не, в доме нет. Нет, все. Нормально. Они под домом бегают, кошки. Наверху. Ну иногда попадает мышеловки. Как идея-то вообще пришла это все сделать? Давно. Я помню, что давно. Я говорю, а здесь был, когда только фундамент был? Ну, так еще до этого у меня все. Да? Откуда тяга такая была? Ну, я же крестьянин вообще от рода. Ага. Вот. Ну, давно желание у меня было найти. Я его искал уже до этого лет 5 ездил. Именно участок? Да, именно такой, чтобы балка была, вода была, родники, вот это все. Ну, здесь тогда, я помню, воды какого не было, пришлось копать, да? Ну, немножко вычистили, там было, родники, да? Очистили, все. Там нашли родник, ему больше 100 лет. Камнем обложенный, там все с Денисом чистили. У него же экскаватор маленький, он куботу. Такой, знаешь, 80 сантиметров гусеница раздвигается. Вот дверь заходит. Экскаватор? Ну, в комнату можно заехать. Ну, мощный, зараза. И такой, знаешь, рентабельный. Эти дровишки для чего лежат? А ты дом. Еще будет они? Еще гостевой, что ли? Да. Ну, посмотрим. Может, как пойдет? Может, продам. Я его сейчас собрать, вот, чуть-чуть подсохнет. Там площадку подготовил, соберу, ага. Чтобы он был в смотрябельном виде.
А это банька, наверное, да? Баня, да, тоже недоделанная еще. На дровах? На дровах. Недоделанная. Недоделанная? Нет. Видишь, тут электричества нет, видишь, линия рядышком, а... Да, кстати, по электричеству, это что, у вас генераторы стоят, да? Ну, генераторы, солнечные батареи, и вон... А, вот он за этим. Лопасты. Ветровой, что ли? Да. То есть все, что можно только? Все, что можно. Обалдеть. Вон они стоят. Попроще поставил. Сначала взял эти четыре маленькие, которые были. Прям с Москвы. Со сборов. А это наше производство. Притом не уступает этим... Калифорнийским. Так а сейчас на этих, на станциях, на МКС все наши стоят. Ну что, это что радует только. Что такое еще возможно? Канализацию сделал, уже воду, все. А куда отведение идет? А? Отведение куда идет? На глубину? Ниже 5 метров. Вы когда это семье предложили сделать, как семья отреагировала? А куда они делают? Ну, вот у нас такая же ситуация, мы как бы все не говорим нет, но пытаемся тактично как бы увильнуть. Придет время, когда хоть жрать что будет, елки-палки. Пахать надо, но это ж такое дело. Когда вы знаете, наверное, такого Германа Стерлигова, да? Ну, конечно, да. Когда вы первый раз о нем услышали? Ой, если не брать его как бизнесмена, что он именно в лес тоже уехал. Он как-то... Ну, вот я, по-моему, вот еще вот первый раз, когда о нем стали говорить, я попал так удачно. Да? Там еще детишки совсем маленькие были, сейчас они у него уже бойцы побольше. То есть суть-то та же, да? Та же. Суть та же, да? Та же. И при том рядышком, ну, тут все ехать от города. А вы не продаете все это дело, да? Потому что он-то как бы еще и продает вроде как. Вы нет, так для пока, себя, да? Пока для нет, себя, да? Пока нет. Сейчас вот потихонечку. Вот этот, вон видишь, стоит земснаряд на той стороне. Земснаряд — это что такое? Это чистить путь. А-а-а. Копать через жилу. А, там же рыбка еще. Ну, рыба есть. Да, рыба есть. Рыба есть. Тут садит. Такие попадают, все эти не всякие выдерживают. Но цель все-таки главная. Главная цель вот этого душевная. Душа. Душевная, да? Душа. Душевная. Вот это все, видишь, это вот. Поднял дамбу, намного поднял. Больше, угу. Метра на полтора-два. Вот на это нагнало. Сейчас вот чистили, вот видишь. Там же эти бодылки остались на дне. От осоки от этой? От травы? Это камыш. Камыш. Вот раковые настоящие. Теперь домашние. Красота. Ну все, Лен, сейчас батя увидит все это дело, и хана. Да, он не переживет этот. Барашки. А вот там я вас застал сегодня по телефону, наверное. Это там, ну одного желания мало, надо еще иметь опыт, как бы, откуда опыт-то? Потому что, как бы, это же животных надо прививать, лечить, там, я не знаю, ну, как-то... Все это через мои руки проходило когда-то, я отвечал за животных в семье. Да? Да. Что одного желания-то мало. Во сколько вы каждое утро встаете? Сегодня в 5 встал. В 5 утра? 5, от 5 до 6. Ну это собственные биоритмы или это по графику? Я всегда так. А по хозяйству работать во сколько начинать надо? Ну, где-то так, со светом. Со светом, да? Как посветлело. Разбудит. Вопли. Да, Дамыч, любой, кто вот это все дело увидел, он, я думаю, всем бы понравилось, но страшно. Одному в лесу. А я привык. Да? Привык. А семья, когда там Слайк остается или там Надежда Викторовна? Ну, нет, не говорят, они потешатся. Да? Не, нормально. Ну, Денис, он с друзьями всегда здесь. Отдыхать? Вон они последний раз сварили, казан такой ставили. Ага. Сварили полный казан, слопали четвером. Ясно. А там тоже и помпа стоит для откачки, и для этого. Два двигателя. Ну тут еще работы много. На всю жизнь. На всю жизнь. И детям останется, и внукам останется. Ни разу не пробовали бросить курить? Пробовал еще, когда первый раз главным был при Союзе. У вас же три срока было, да? Ну, там второй раз я был совсем мало. Коротенький, да? 98-й что-то такое, да? Лакоруния, Испания, да? Да, и все, на этом закончилось. Пытались бросать, да? Бросил, неделю терпел, вторую.
стал замечать за собой, что кидаюсь на людей. А мне же еще как сложно было. Я же только что поднимался и сразу же, ну буквально через год, так, с помоста такими же. Вот Захаревич, ну вот эта вся банда наша. Потом слышу вот запах. Тогда у меня еще ощущение запаха было. А Изис, Самак Захаревич, специально забрались подальше от меня на четвертый этаж. Покурили, да? Комнату взяли. Ну и они там жили свободно. Ага. И я поэтому понюху поднялся наверх, как собака. Ногой двери открыл, как накинулся на них. И не могу тормознуть. Чувствую, а накинулись что? Что именно накинулись? Да я чуть ли не физически, ничего не в драку, но я еще тогда в силе. Типа что, был. Курить нельзя? Ну там не только курево было. А, все, я понял. Банкет, весь, короче, банкет. Набор, да. Ну, не отдыхали. Я понял. Суббота, конец недели, завтра нет тренировки. Подольск ехать далеко, лень. Ну, это опять спровоцировало начать курить, да? Я спускаюсь, я жил с Муслявым в одной комнате. Он, Адам, что ты такой возбужденный, давай это. Вот я чаю заварил, закури. Я РДМ бросил курить. О, что-то такой. Обычно пик, говорят. Ага, да. На букву Ё. Чокнутый. Да. Говорит, на людей кидаешься. Я говорю, да пошел ты. Я говорю, вот он. Лучше закури. Ты, говорит, или тебя убьют в ответ. Ну и все, с тех пор больше не пробовали, да? Ну так, вынужденно. А вот эти перелеты, там сейчас в поездах нельзя, вообще переношу легко. Нормально, да? Ну, нельзя, значит, нельзя. Ну, привык по правилам жить, нарушать, когда никто не видит. Ну, да. Сейчас в интернете уже написано, что Давид Адамович после завершения своей феноменальной спортивной карьеры спортсмена и тренера под Таганрогом открыл свое фермерское хозяйство. Да. И написано, это вот написано так, что как будто уже все точно уже как тренер закончили и так далее. Как вообще самого внутреннее ощущение? Есть желание еще раз вернуться? Я стараюсь, я так, ближе к реалистам, угу. Хотя фантазия бывает иногда. Да? Во сне. Во сне фантазия бывает. Лучший тяжелоатлет столетия. Еще не хватает в копилку. Лучший тренер столетия. Не хватает немножко. Ну, посещают мысли, да, вернуться еще? Или уже все реже и реже? Нет, ну дело что в запросе. Запросе, да. Дело в запросе. Да мне спрашивают иногда. Даже иногда провоцируют оппозицию или коалицию. Ну вам уже не интересно, да? Ну то, что не то, что неинтересно. Душа-то все равно она лежит. Ну, после стольки лет уже нереально уйти. Дима, ну считай, что с детства уже еще не был никем, а уже, ну, уже да. Штангистом был. Еще там есть даже на уровне второго разряда уже. Иногда бывает, знаешь, как не жалко, не обидно, а как-то легкая досада есть, что вот что-то сделано, а вот перекраивают по-своему, а потом все равно на тот же круг выходит. Ну да. Ну что дважды изобретать этот велосипед, когда есть готовые чертежи? Мне вот, когда в Лондоне вся эта ситуация произошла с Лондоном, мне еще с Лондона Аптия Ухадов позвонил. И говорит, Димон, типа, не переживай. Ну, он поддержать позвонил. Не переживай, и все, что Всевышний не делает, все к лучшему. Вот сейчас прошло уже 2.5 года, и сейчас я все меньше и меньше уже жалею о том, что тогда произошло. Как-то вот жизнь так повернулась. Жалеть-то не надо об этом. Жизнь как так повернулась, что вот сейчас я так думаю, блин, а если бы я поехал, а если бы я там условно выиграл или там второй, третий стал, что бы было дальше? Я вот понимаю, что многих вещей, которые сейчас происходят в жизни, они бы не произошли. За них есть... просто не брался за некоторые дела. Да, то есть многие вещи бы не произошли. И, в принципе, да, я вот сейчас понимаю, что, может быть, это был, да, тогда было упущение, но в результате вывело куда. Вот у вас вот эта Олимпиада Лондона, она куда привела? В лучшую сторону? Успокоила, ну, наверное, вас? В ту же сторону, как должно было идти. Вот я первый почувствовал вот такое, как ты говоришь, в 72-м году. 72-й, когда забаранили, да? Да. Все. Ну то, что деньги пропали, то, что это понятно. Ну тогда не такие большие были, что жалеть, у тебя руки, ноги есть. Вот. И знаешь, даже как-то обрадовался. Хорошо, что вот это было. Я был, ну уже чуть ли не завязал. Знаменитое это видео. Отрезвило сильно. Потому что когда на высоте, то многие вещи просто не замечаешь. Да.
Просто не замечаешь, что там в жизни может быть, что там. Потом 77-й год еще дисквалификация у меня была. 77-й? Да. Это немножко мы чуть почудили в аэропорту. Золотнос и Ереване. Вот. И пожизненная дисквалификация. Ну, 10 месяцев прошло. Тогда была что ли? Пожизненная, что ли? Была, да. 10 месяцев прошло, меня попросили вернуться, потому что начали наших бить. Прямо очень сильно. Вот, а я так потренировался. И, ну, я даже, знаешь, после 72-го года для меня вообще ничего не страшно. Очень много таких... Лондон, большая досада, да. и больше даже не за себя, а вот именно за вас обидно. Что вот, не как, довели. Как говорят, плыл, вот он берег, ну, да. А его нету. А с Хаджимуратом буду встречаться тут на... В пятницу или в четверг, да. И при том ничего же нельзя было сделать, если, скажем, у женщин там чуть можно было что-то там успеть. Мы успели, молодцы. Здесь уже до конца было. Здесь, да. До последнего. Но все-таки вы считаете, что к лучшему это к вашей жизни, что вы успокоились так, может быть, сейчас бы до сих пор были главным, опять эти нервы, вот эти... Ну, главным-то, может быть, я не был бы. А все-таки, думаете, ушли бы, да? Ушел бы, да. Ушли бы, да? Ушел бы все равно. Просто такую законченную историю бы была, да? Ну да, да, да. Потому что все-таки долго на одном месте нельзя. Слишком долго. Потому что новые идут дела, потом надо и молодым расти. Уже, в общем-то. Но как вообще получилось именно в самой федерации? Обидно немножко, как все это произошло, развитие событий после Олимпиады? Ты знаешь, я что-то подобное предполагал, но все равно было неожиданно. Да? Потому что мне батя даже говорит, ну что ты хочешь, это обычная история. Я, говорит, тоже для штанги столько сделал, а потом за 100 баксов и банкет променяли, и все. Это обычное дело, но все равно ждешь как-то чего-то лучшего. Надеюсь, но надеюсь. Имеешь в виду, что надолго задницу не подставляй, укусят. Ну, то есть ожидали, да, что будет? Да. И там, где язык, там рядышком зубы. Когда тебя подлизывают, то и укусить могут. Хорошо, если все зубы здоровые, а так еще заразы какой-нибудь. Вы 72-й год затронули. Вот очень много таких историй всяких про 72-й, про 80-й год, именно про ваши Олимпиады. Реально все-таки в 72-м году помост был плохой, и сами плохо подвелись, магниты какие-то даже, я помню, истории какие-то были. Были фантазии про магниты, про все. Значит, реальность, реальная одна вещь была. Помост, передок был на 4 сантиметра выше. Передняя? Передняя часть. Так. Вот, и поэтому у нас 4 баранки было. Ну, это одна из частей, почему эти были баранки. Так. Вторая, одна часть, это можно без... передачу другим поколениям. Понятно. Это эксперименты ненужные. То есть совокупность была? Совокупность факторов всяких, да? А вот для меня было просто непонятно. Легко вытаскивают. Оп, сидит. Не, ну видно по видео то, что там она летит. И назад, назад, да. Там. А в Москве? А в Москве. Ну, надо было язык за зубами держать. Язык. Ну, то есть все-таки язык за зубами, да? Потому что говорят, что там, типа, сказали, что сгоню там, то все. Это... Ну, там вышло как. Начали опять рубиться на Бессонова с шарик на тренировках. Ну, все аплодируют, ты знаешь, когда все хорошо. Я говорю, вот на Европе пролетели Александров. Я говорю, вот попросят, сгоню и выдеру вас вместе с вашим Александром. Ну, так же, да. Ну, и на этом все. И донесли. Тот же донесли, а уже, видать, тренерский совет был, там уже на коллеги смотрели это дело, и мне предлагают. Теперь ты что, шутите? Предлагают в ультимативном форме? Сначала так. Да. Я говорю, что, с ума сошли, 10 килограмм гонять, 11, я вообще никогда не гонял. Ну, хорошо. На второй день взвешивания, у меня 101 килограмм. И из Москвы мне доносят. Ты что, уже подготовил, уже 91? Я говорю, с каких это? Кто там сказал? Ну, донесли или как-то ложили, как правильно сказать, туда в Москву. Колесов брался за это дело меня охмурять. Вот.
что мне 91 килограмм, что проблем нету, что это он только выделывается. То есть сначала сказали, потом пришлось делать просто, да? А потом все. Обязали, да? Только пару билетов лишь пройти. Потом даже в дворники официально не поступили. Без партбилета, да? Ну, если выгнали, если выгнали. Так без партбилета работали на высоких постах, никто не знал. А когда выгоняют, там уже все. Ну и так вот. Согнал, и чувствую уже. Даже вот оставалось 3 дня. Я принес форму, все сдал. Говорю, не надо мне ни олимпиады, ничего, ставьте. Кого хотите, ставьте кого-то из этих двоих. Потому что я подведу, я не смогу. Знали уже, да? Ну чувствую, я разваливаюсь весь. Да, я представляю, как здесь хорошо спится. Классно. Очень красиво. Очень красиво. Отопление. Дровяное. Дрова, уголь. Дровами? Да. А у меня печечка такая, один раз заправляешь и сутки. Сутки, да? Сутки. А дрова? Дерево вообще непередаваемое ощущение. Вот это запаха, мне кажется, уюта. Да, именно уюта такого, другого. Молодежь всегда думает, вот, что нужно для успеха, да? Генетика, все на генетику очень сильно списывают. Говорят, деньги нужны для результата. Говорят, что нужен хороший тренер. Вот. Очень интересная история о том, что вот у вас, в принципе, все это есть, да? У вас были возможности, у вас опыт, у вас генетика. Почему у Славика с Денисом и с Витей не получилось? Потому что это действительно пример очень яркий. С Витей понятно, да. Чего не хватило? Вот не хватило, наверное, того, чего тебе не хватило. Тебе хватило. Несмотря на все пахать? Пахать. Несмотря на то, что все имеешь? И потом от них все ждали сразу. Так вот, да, вот это больше всего мешает. Сразу знают, ага, дети Ригерта, да, значит, да, будет, да, продолжение, да? Да, 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 да. Автоматически. Mm-hmm. Это автоматически не бывает. Славик, когда начинал заниматься штангой, твой брат уже вовсю занимался. И можно сказать, что вы, в принципе, параллельно шли, просто по разным возрастам. И насколько это тяжело знать, что твой отец Ригерт, самый великий штангист всех времен, и что тебе обязательно надо повторить эту историю, обязательно повторить надо его судьбу, во всяком случае, все от тебя этого ждут. Вот как это укладывалось в твоей голове? Ну, вначале сложно. Сложно укладывалось, давило. Но, в принципе, может быть, я уже просто не помню там этих страданий, там, которые, переживаний, того, что не получалось, потому что, ну, слабенькие результаты были. А почему, кстати? Вот мы вчера с папой с твоим разговаривали на эту тему, он сказал почему. Вот мне интересно, что ты скажешь. Ну, все же было, генетика была, условия были шикарные, финансы, опыт отца был, все было в совокупности. Вот что ты сам думаешь, что тебе не хватило, тебе и Денису? Ну, так, ну за Дениса говорить давай не буду. Денис у нас закончил-то после того, как ему сделали операцию на колено. Операция прошла неудачно, пошли осложнения, ну и просто чисто физически не смог продолжать. У меня немного другая история. Как бы, в принципе, я какое-то время пытался учиться, был отличником. В принципе, у меня я начинал тренироваться, ну, наверное, скажем так, 2-3 раза. Там, первый этап. 14-15 лет я 2 года тренировался, потом как бы надо было учиться институт, первые курсы, потом я увидел себя со стороны, 1,90 м и 68 килограмм веса меня категорически не устроило, и поэтому я закончился институт и начался, скажем так, второй этап тренировок.
Второй этап тренировок у меня начался в 2002 году, в 2003. Ну и как раз вот отец встал опять у руля сборной. И по возможности тренировались вместе, но в принципе... Ведь это большой, это большой плюс, я тебя перебью, это большой плюс, когда ты готовишься с национальной сборной. Это огромный. Огромный плюс, я знаю, что мне это очень сильно дало. Ну, на самом деле, мне это больше дало, по всей видимости, на, знаешь, я в душе больше не спортсмен, а, наверное, все-таки тренер, потому что я больше подмечал не то, как тренируются, ну, не то, что не как тренируются, а как тренируют, как работают другие тренера, как работают другие спортсмены, и мне больше, наверное, даже интереснее было видеть эти методики, сравнивать их, потому что ну, национальная сборная – это кладезь информации, ну, скажем так, не только положительной, но это огромный-огромный такой клад. Можно сказать, что ты не отдался просто именно собственными силами на 100%, чтобы да. Что-то добиться? Да. Просто не отдался, да? Да, я считаю, да, полностью не отдался, просто в какой-то момент, когда я стал готов к тому, чтобы отдаться, на тот момент у меня были уже дети, ну, тренирующиеся, не собственные, а тренирующиеся дети. И тогда просто начал вставать вопрос, я начал набирать форму, и как раз туда я 190 порвал, сколько, 220. 190 у тебя лучше? На тренировке, да? Да, тренировочный был 190. А толчок? 221 соревновательный. 190 на тренировке, 221 в зале, это в 105 же, да? В 105, да. Ну, 221 я на соревнованиях толкал. На соревновательный 175-220. Ну, когда встал вопрос вот, на таких результатах, что надо, ну, как минимум, хотя бы 2 часа днем уделять дневному сну, потому что не говорю про полноценное восстановление, то, в принципе, у меня на одной чаше весов мое эго, моя, скажем так, возможная мифическая спортивная карьера, а с другой стороны дети. Дети вот с общежития, которые вокруг, которых приводят родители. Ты выбрал второе? Я выбрал второе, потому что от них отказаться я не мог. Ну, я тренировался, ну, насколько я тренировался, там, как бы, выступал. Ну, международников, к сожалению, так и не собрал, так и не хватило мне 5 килограммов на старт. Да, ну, в принципе, где-то червячок грызет, что даже не реализован. Да, нереализованный, но зато это все уходит на задний план, как только ученики выходят на помост. Одно удачное выступление того, как ты провел от, скажем так, от зеленых соплей до этого боя со штангой, в принципе, ставятся точки над «и», и все сомнения уходят, что я полностью уверен, что я выбрал правильное направление, и что дальше надо двигаться именно в этом, и от меня толку действительно будет больше, когда я нахожусь в зале, организовываю эту работу, нежели я как-то бы выступал на помосте. Ну, скорее, та же самая история, да? Да, та же самая история. То есть... Хотя Ванька-то очень неплохо шел для возраста, но Захаревич 18 лет там уже такие вещи делал. Ну, чего ждать от ребенка? Он же, ну, другой немножко. Вот, тем более, как видно, что немножко поздние ребята. Вот Денис вовремя мениск один, потом второй повредил. А, то есть Денис все-таки он по травмам, да? Ну, по Славика травмам. Тоже. Славик тоже по травмам? Тоже из-за того же торопились. Потому что нельзя торопиться. Или надо было с раннего детства. Денис 15 лет. Так Надя над ним как кочка. Надя, мой ребенок, я говорю, ребенок. Уже такие дети 15 лет он полками командовали в гражданскую войну. Я, насколько помню, вот Надя Жлитова мне всегда говорила, что я и не хотел, чтобы у меня дети были профессиональными спортсменами. Ну, она мне сколько раз это говорила. Я так рад, что у них желания. У вас тоже не было? Нет, серьезно? Такого. Если бы желание было, ну, я сидел бы, занимался бы, да? Заставил бы, заставлял бы, да. Вот, и, наверное... Что у меня вот еще, например, сейчас не родился там сын, да? Но я уже хочу, чтобы он как бы штангой занимался. У вас такого не было, да? Чтобы позанимался, да, был. Но не профессиональный спортсмен. Ну, как вот у этого, у Маяковского, кажется, есть. Поэтому, может быть, не,
можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Спортсменом можешь. Или чемпионом можешь не быть, а спортсменом быть обязан. Потому что спорт, он все-таки воспитывает, что что делал, сделал сам, то это уже твое. Хоть мне... недостаточно, хоть достаточно, но... Мне вот именно нравится спорт, да, даже не за то, что там это там и имя себе какое-то делаешь. Мне нравится то, что он характер закаляет, да, который в жизни пригодится. Да. Он просто дает привычку не надеяться ни на кого. Пахать, надеяться на себя. Да. Даже если все у тебя есть, но ошибся, если ты не сделаешь... значит, подумай, как, почему ошибся. Нашел, повезло, не нашел. Ну, что ж. И так бывает. Потому что человек работающий, что-то делающий, всегда ошибается. Всегда 100%. Есть ошибки. Всегда есть ошибки. Без ошибочек не бывает просто. Вот мне понравилась передача одна была, молодежная. Я так фрагменты застал. Там молодой парень, ему чуть-чуть за 20. Такой успешный. Но у него реальный бизнес, не такие. Он, знаете, мне это еще... В детстве как-то отец сказал, что надо делать, не рассуждай, ну надо, вот, тебе надо делать. Теория. Да, теория параллельно. Да. Если ты что-то не знаешь, как делать, тогда давай теории догоняй. Вот. А если с теории начинать, без всякой практики, приходишь на практику, а там... Совсем по-другому. Там совсем по-другому. Ну, да. Там разочарования сплошные идут. Потому что учился так, представлял так, это так. Вот вы сказали, что нет людей, которые не ошибаются. Вот вы когда тренировались с Пикфельдером, вы ему доверяли на 100%? Мы все обговаривали постоянно. Да? Каждый есть... день были реконструкции. То есть вы не делали все, что он говорил? Про... Нет. Постоянно нет, в дискуссии, нет, да? Нет. Делал... Вот, кстати, очень многие на него обижены, которые были такие вот. А да прям сплошные. Говорю, ну и что, он что, может к вам внутрь залезть? Он теоретик практики к себе. К нам, ко всем, он теоретик. Uh-huh. И все. Он подскажет. Если ты что-то сомневаешься, скажи свои сомнения. Он или развеет, или сам. Но он слушал вас? Слушал. То, что у нас, например, наверное, с Аниконовым Геннадием Викторовичем именно так и произошло, что он не прислушивался. Не-не-не. Это... прислушивался, да? Он прислушивался. Он над чем-то смеялся сразу, ну так, знаешь, не саркастически, а так, ну как старший брат там или... Yes. Так посмеется, потом... Ну, до момента, что на грани обиды. Он, ну подожди, ну смотри, это уже было, это было. Если ты хочешь попробовать, ну давай, вот я тебе даю там 2 недели, попробуй. Может результат будет. Вначале будет так, а потом вот так вот. Потому что я, говорит, на этом нарывался. Многие начинают там рассказывать. В чем вот его талант? И может именно в этом, что он был в контакте? Он действительно пахал. Да. Во всем пахал. В теории, вот этот дневник, я посмотрел, как он составляет тренировку на завтра. Я пытался так делать, мне не получалось. Но я не такой усидчив, как он, не такой педант. Он сделает вариант, потом делает еще вариант, потом начинает поднимать старые. Вы имеете в виду, пытались сделать как тренер так? Да, как тренер, да? Как тренер, да. Вот, ну... Критику он ненавидел, но терпел. Да? Как вы к этому относитесь? Ну, я тоже отношусь так же. Ну, терпите, да? Ну, а что делать? Ну, критика, она есть. Есть критика разная, есть нападки, но если ты критикуешь, то потом... Ну, может быть, мне сейчас кажется, что меня зря критикуют, а потом пройдет время. Так подожди, они же мне подсказывают. То есть, в самой критике можно найти подсказку. Ну, если просто гавкает... Трезвонит. У вас костяшки выглядят набитые, у вас все такое постоянно в ходу, они, да? Да. Славитесь своей вспыльчивостью. Вот когда были спортсменом и вот сейчас вспыльчивость, она как, уравновесилась как-то или она все такая же? Когда не надо, такая же, у меня такая же, ничего не изменилось. Прыгает, да. Ну, я сейчас просто научился делать вид больше. Ну, это когда я на тренерской работе научился. Столы переворачивать на кухне? Ну, это молодой, еще не битый. А потом я пошел и извинялся. Да? Мне стало стыдно, через сутки мне стало стыдно. Если бы они сразу накинулись на меня, эти девки, повара там. То есть, что-то не понравилось на столе же, да, тогда? Ну, да, а я потом так думаю, да что, за что же я их обидел? Надо было отойти или
сказать. Я же... Потом я, правда, попозже у меня был момент такой, я отошел, сказал, так, там Лариса была, шеф-повар. Подольская жена? Да. Она, официантка, я говорю, позови Ларису. А что такое, я передам? Я говорю, позови. Это не надо передавать. Приходит Лариса. Че, Давидка? Ну, я так прикрыл, а там волос нашел. Такой. Нашли ли? Коралечко. Да? Ну, да. Я говорю, Лариса, скажи своим поварам, девкам, если прыгают через котел, то пусть трусы одевают. Хорошая шутка. Она. Я говорю, ну смотри, не я ж себе выдернул. Да. Я говорю, хочу покажу, мне прямой. А, кучерявый, что ли? Вы себя как спортсмен, как вы считаете, вообще реализовали на 100%? Нет. Ну, могли вот на сколько выйти в килограммах? Ну, где-то 200-260. Это в каких категориях? 100. То есть в сотке могли 200-260 поднять? Это я реально даже поднял на тренировке. Зачем? На тренировке я знаю. Это зачем я мог бы на соревнованиях поднять? Я не до веса был. А максимальный вес сколько вы набирали? 196 рвал, но не фиксировал специально. Не, я имею в виду собственный. А 103? Вот при весе 103 вот эти поднимали килограммы или нет? Ну там было меньше. Меньше, да? Меньше, да. 196? 103 я когда 265 вверх толкнул. Составил? Да, с приседаниями. Ну, с приседанием был упректи, знаешь, отошел, вот это, ну, сделать подготовку, как будто встал с седа. А как получилось, что 63 мировых рекорда? Это же, блин, на профессиональных надо поднимать 4 мировых? Ну, да, бывало. Ну, практически на всех. Когда сделали правило, что на чемпионатах мира, скажем, устанавливается рекорд, то есть навели порядок в заработных платах. Ага. Полторы ставки, все. Все, вот понимаю. Рекорд и место стоило одинаково. То есть, получается, если вы выигрываете с мировым, то... То теряешь, да. А, это наоборот теряешь? Теряешь. Полторы получаешь. Ага. Так вот, скажем, 3000 да. за сумму. И тут. А тут 4,5 в сумме получается. Ну, за одну половину. Да, да. Ну, мы тогда стали биться за коммерческие поездки. Да. То не было желания после мира. Или даже после Европы ездили. А там рекорд установишь, 100% оплата, плюс гешефт какой-нибудь, что детки продашь. Там, да. А почему сейчас вот как раз вот этой практики не было? Что при вас, что вот даже сейчас? Почему только на коммерческий турнир мы не ездим? Страх. Страх за что? Ну, попадало. Попадало? Да, попадало. Что могут и подставить, и хотя лишний раз на глазах, да? С ребятами разговаривал, с некоторыми, которые вторые, третьи номера, почему-то их не тренеры считали, что они супер первые. Ну, как часто бывает. Я говорю, езжайте, выступите. Потому что шансы у вас 0,1 штука. Мне кажется, даже вот сейчас... Вот а нет, это... а вдруг там этот провалится, этот не попадет. Я говорю, ну вот так вот, знаешь, так всю жизнь в запасе просидишь, как... Так что это... Вы про 80-й год затронули вопрос о том, что... Стучали, да? Настучали на то, что вы там где-то что-то сказали про разгонку веса и так далее. Вот я точно знаю, что к вам старались многие подмазаться, стуча там, да? Вот как вы к этим людям относились? Потому что это такой момент, как бы, вроде скользкий, потому что человек с характером. Я относился так, что там, где язык, там и зубы. Где язык, там и зубы. Лижут и укусят. Угу. Ну, так оно и было? Так, практически всегда. Кто больше так вот, я хорошо помню, как дифирамбы пел мне тот же Писаревский. Uh-huh. И отдельно, и на банкетах, так сказать, на тренерских советах. Uh-huh. А потом какие с точностью, да наоборот, с прибавкой еще. Uh-huh. Хотя, Олег Глебович, я тебя очень уважаю за то, что за твой патриотизм, что сын там все такое, ну. Я говорю, я же тренер, потом главный тренер. Ты думаешь, мне не хочется, чтобы Глеб твой попал или не попал? Мне хочется, чтобы все попали, но я не могу. Не больше двух. А где вот эта грань? Как вот эту грань вот вы находили именно? Потому что это действительно очень тяжелый вопрос. Я ее не искал. Не искали? Не искал, она как-то... Сама складывалась? Ну, наверное, может быть, жизненный опыт до того был. Просто есть как бы вариант такой, что вот можно взять по спортивному принципу,
Вот есть люди, да, вот они выиграли там 8 категорий на чемпионате России. Все, спортивный принцип. Езжайте вы все как 8 на этот. А где результат дальше-то будет? Результат на международных не вот будет. Это дело. Вот как эту грань находили? Не искали, это, да? Это приходилось объяснять почти на всех общественных собраниях, когда там. Ну, на каждом собрании внутрироссийском обязательно, потом был большой тренерский совет, там, вот, рассказываешь, там и нападки были всякие, я объясняю, давайте, вот вы поставите себя, нет, мы на своем месте, а ты на своем, я говорю, тогда чего, ко мне лезьте, я на своем месте, вот, ну, давайте поменяемся местами, теоретически. Я говорю, самый тяжелый момент, и не для вас, вы что, приехали домой, если ваш условно не попал. Сказали, это давно, Ригерт не взял. А он там чемпион России. Вот. Я говорю, я могу поступить иначе. Могу просто послать депешу вашему руководству. Mm-hmm. Почему он не попал? Есть что написать. Есть что написать. Вот я единственному губернатору раз рассказал. Челябинск. Да. Домишко Кляев. Он лично взял, приехал. Серьезно? Да. Это какой год? Ну, Чехов были, я не помню, какой год. Перед Олимпиадой. Четвертый? По-моему, четвертый. Четвертый год? Да, там, ну, после этого вякали. Ну, после этого пытался их министр тоже мне, ну, знаете что. Вот условия, мы послали туда даже письменные условия. Что, чего, как. Тем более сейчас регистрация международная. В ВАДе идет регистрация в любой момент, независимо от меня или от кого-то. Есть правила определенные. Да, да? Правила есть, их нужно просто выполнять. То, что он выиграл, ну, молодец, слава богу. Когда приглашаю на тестирование, он пропадает. Я когда тренировался, я как-то, ну, когда все друг другом варимся, как-то на многие вещи не обращаем внимания, потому что для нас это обыденно, да? А вот сейчас, когда я немножко отошел, я действительно стал очень часто слышать и вопросы, и разговоры о том, все-таки, что у Дайдадам еще произошло с Кокляевым. Потому что все знают, что в самом начале, ну, он чуть ли не любимчик был. Вы большую ставку на него делали. Я к нему хорошо и все время хорошо относился. Ну, я помню, вы постоянно с ним там в зале, и по вечерам вы с ним, ну, в зале тренировались. Ну, он просил, я ему помогал. И притом, да, я это искренне помогал, потому что, ну, действительно, там, ну, машина такая, фактура. С него можно было получить. Сырец есть, да, хороший, да, классный, да, сырец. Только он считал, что он уже не сырец, что он это уже с одной стороны обчищенный самородок, так сказать. Ты же видел настоящий самородок, найденный? Черный, ну, кусок. Никому не интересный, некрасивый, да, да. Даже вот его же почистить еще надо, чтобы видно было, что это золото. Вот. Я с ним познакомился, ему 18 лет было, что он выиграл Россию. Ну, с Чигишем они... Да, примерно туда-сюда, да, примерно туда-сюда, да. Там я увидел на соревнованиях его, все, ну, а как насчет, все, говорит, все заливаю. А, да? Ну, я сразу спросил, я говорю, ну, Миш, ты зря это делаешь, у тебя природные хорошие данные, вот, все не надо заливать, а постепенно попробуй, что твое, что не твое, потому что в миксе иногда бывает все вещи полезные, а друг с дружкой. Из деревень люди, как правило, хотят вырваться любым способом, да, поэтому, да, здесь, да, можно относиться по-разному. Ну да, я понимаю. Вы с точки зрения профессионала говорили. Я сразу, ну, если ты хочешь расти, да, я хочу, вот это все, у меня мечта там выйти на большой помост, на мировые помосты. Угу. Вот. Я думаю, ну, тут первая часть мечты твоей сбылась, ты сейчас чемпионом стал, вот. Юношеские чемпионаты Европы тогда только начались. Я говорю, давай вперед. Вот, но он еще даже не я, он ко мне подошел, потому что я же там их Челябинского тренировал, Гуняшева когда-то. Вот. Ну, кстати, Гуняшев, вот он действительно своим героическим трудом много сделал. Это пахот. Пахот. Миша даже пахал. Пахал, но он, ну, как сказать, сам себя уговаривал быстро бросить. Да? Сам себя быстро уговаривал. Вот сбор был, я его пригласил. Говорю, пожалуйста, можешь приехать. Послал вызов за счет командирующей организации. Угу. Потому что не прошел. Это какой год? Уже так, завершение? Вот, ну вот уже, да. Уже, наверное, 2000...
где-то 10 или 11 год. Угу. Ну, предолимпийский год. Предолимпийский. Я говорю, давай вот. Потихонечку пройдешь. Это когда он в Пензе выиграл, скорее всего. Ну, да, да, да. Он, ну, как вот можно там? Я говорю, да нет проблем, дверь никому не закрыта. Угу. Я говорю, сколько у меня базу вместит? Пожалуйста. Только наперед, потому что люди, просится много людей, хотят за свой счет. Я кого-то нахожу причины, чтобы не вызывать, чтобы не отказать. Угу. Вот. А кого-то прошу, но они хотят только за госсчет. Я говорю, ну вы, мне бывает не доезд. Вы сначала сделайте свой шаг первый, а там, там будем посмотреть. Он приехал заранее, неделю раньше. Вот, ну, давай так, я только обедать буду. Ну, я говорю, я понимаю, экономить такой богач, что ли. Хотя он уже там кое-что зарабатывал, знаете, на силовых своих вариантах. Вот. Ну, побыл. Потом день сбора проходит, второй скандал. Начинают съезжаться люди. Этот... Скандал между собой, что ли? В тяжелом весе. А, да? А я что-то уехал в Москву, там что-то надо было. Двое суток отсутствовал, приезжаю, а там уже... Я ничего ему не говорил. Ни... Ну, думаю, даже не буду разбираться. Просто, скажем, отдельно поговорю. Просто поговорю. Они сами начнут за разговор все равно изливаться. Смотрю, Миша, нету. Что такое? Да, никто ничего не знает. Потом я ему звоню. У него же местный телефон. Да. Отсюда. Не отвечает. Потом я набираю его. Это Челябинск. Да я вот, я уехал, вас не было там, я говорю, как у меня не было? У меня только ночь не было, я дома ночевал. Да вот, да нет, я чувствую, наверное, что-то не получится. А потом уже прошло много времени, мне Чингис... Мужку. Да, немножко рассказал. Ну тоже, верить тому, что он рассказывал, потому что это его сторона. Ты послушаешь, обе стороны правы, оба не правы. Это же обычное дело, как в семье. Сами думаете, у Миши почему не получилось? Ну, уже не получилось да, многое, потому что рваться начал. Да, понятно. Да, да. Он тоже где-то начал торопиться, где-то там. Да, у Миши что не получилось? Ну, у него тоже. Потому что он сказал, что... Ну, он говорит, как бы, насколько я знаю, что не было поддержки. Именно не поддержали нет, его. Нет, нет, нет. Поддержка нет, у него как раз была. И с места была хорошая поддержка. И, в общем-то, я к нему относился нормально, но только я же не могу в наглую. Делай хотя бы вид, все же. Угу. И притом при равных условиях. Условия все равно должны быть. По-любому условия финальные должны быть равны. Вот как выезжаешь, с кем. И все равно ты вроде уверен на 200%, а все равно мандраж каждого да, есть. Да, да. Ну, мало ли что. Тут уже... У вас в последних, на двух сроках, основная задача была контролировать этот процесс, как бороться с допингом там, и так далее. А раньше, там, в Советском Союзе, там, с конец 70-х, начало 80-х, наоборот, вообще по-другому было. Там люди чуть ли там, не там обязали делать применение. Было, было. Как это? Ну, тогда это не было, не считалось допингом. Да? То есть всего. Не было такого понятия? Тогда да? Допинги были, эти психушки всякие. Вот это считалось допингом? Да, да? Это считалось допингом, да. А анаболические вещества, хоть стероидные, хоть не стероидные, не считали, да? Не считались допинговыми. Были даже рекомендации, притом вполне официальные. А как вообще эта информация тогда заходила? Потому что это как раз началось где-то с ваших времен, да, вот, или там чуть-чуть раньше. Но как эта информация постепенно заходила, и люди ее воспринимали? Я просто... Она заходила и не верили. Просто. Как это физически вот осуществлялось? Не верили, как это так, как да. Это так. И потом пробовали. Вот. А первое... Когда взрослый человек уже начинает первый раз пробовать, у него такая ломка идет. Серьезно? В организме, да. Это когда вот растет человек. Естественно. И, ну, вроде так оно должно быть, потому что идет естественный рост и все такое. Ну, как с горы катиться. Тут уже не обращает внимания, какая там масса и все. А уже, когда взрослый человек на каком-то уровне, там, конечно, там неожиданные вещи начинаются. Как плюсы. Больше плюсов,
расслабляется человек, перестает осторожничать. Вот, не так внимательно к себе относится. И неожиданные травмы, неожиданные настроения, изменения. Ну, это... ну, то есть вот это все происходило прямо буквально у вас на глазах, да? То есть люди никогда не делали, начали применять, начало крышу рвать, начались травмы. Да. Крыша рвет в первую очередь. Да при том никто же не знал, что это такое. То есть не понимали, что происходит, да? Ну, допустим, не было же информации об этом. Я в 73-м году, ну, я до этого попробовал. Ну, я не понял. Тогда выбор был какой-то? Или там на пальце? Нет. Был выбор, да? Был выбор. Ну, выбор один. Оно все имеет две формулы. Все. И современное все. Там просто разные там. Ну, это аптечка? В аптеке было? В аптеке свободно. Свободно в аптеке, да. Попробовали. Притом аннотации были такие, даже спортивно, вот, рекомендации спортсменам, как вот в Экдистене написано, для спортсменов, значит, такие дозировки, это вот так вот было. Ничего себе. Да. Потом, как вы себе эти ощущения ловили, вот эти новые, необычные? Дурь? Дурь в голове сначала. Серьезно? Да. А потом уже стали называть, когда бруха, тот дурь. Оттуда и пошло. Оттуда возникло, да. Ну, ни с того, ни с сего. Ну, не должно еще. Сегодня бы я должен быть сегодня еще. А оно прет, да? Оно что-то раз. Притом, во время... И потом жарко становится надо. Ни с того, ни с сего. Вот часто и стали болеть очень много ангиной. Потому что... вот просто... Понятно. Раскрываешься, идешь, а потом хрясь. Плыл на берегу, обкакался. Вот это... Негатив какой-то ловили в этот момент? Вот, и не понимаю, откуда он происходит. Да. Да? Агрессия была. Агрессия, да? Неоправданная, да? Необоснованная. Непонятная, да. Необоснованная. Вот как ревность, она же тоже трудно обосновать. Изнутри идет. Да, изнутри. Это малоуправляемое человека. Это уже черти сколько надо прожить, чтобы... И то это нужно себе много силы иметь, чтобы придавить, не показать наружу. А когда молодой, здоровый, прет, все хорошо в жизни, за тебя все делает... Кроме как поднимать только сам. Там, конечно, ни опыта, ни ума, ни еще нету. Ну, ничего. На вас лаборатория работала, поэтому, или это слухи? Нет, тоже? Это нет? Слухи. Самочки все, да? Даже в Советском Союзе тогда? Это слухи. И ты, кстати, лаборатории как раз отговаривали. Они пытались объяснять какие-то последствия. Могут, да. Лаборатория работала, она работала больше на космос, на все такое. А мы были как добровольцы, крысы-добровольцы, так сказать. Но нам это не объясняли. Серьезно? Вот. Мы просто это понимали. Вот сейчас на улицу выйдет, там очень много таких ребят накачанных, мужиков, пацанов, там, неважно, да? Раньше это же была дикость. Вот как вы не чувствовали себя белой вороной на улицах-то? Ну, да нет, не особенно. Потому что сейчас, ну, как бы это не особо бросается в глаза. Сейчас ничем не удивишь никого. Ты 120 весишь, выглядишь ты как Мишка Кляев или выглядишь как Воронин, там, я не знаю. Меня, как белая ворона, смотрели на меня, потому что я жил в шахтах в одном городе с Алексеем. Ага. Известный человек, так же, те штангист, значит, должен быть, о, гора. Кстати, и вот это, такой да, котел, да. От Василия Ивановича, наверное, это пошел образ, да, стереотип-то. Вот, и потом, когда, знаете, я в телевизоре, экран одинаковый для всех размеров. Когда крупный план показывают, непонятно. Ну, да. 2 метра ростом или 1,5. Вот. Но в жизни помогало вам вот это вот именно внешность вот это вот? Ну я-то не сильно здоровый был внешне. Ну, как с такой фигурой-то, ну, это когда раздетый, так оденешься. Я еще носил эти пальтомни французские, был заужены плечи. Ага. Ну, чтобы. Отбиваться. Стеснялись этого немножко? Потому что я, например, никогда вот не хотел выглядеть. Вот я никогда не показывал свою вот эту вот. Ну, это не надо показывать, оно все равно видно. Ну, некоторые же хотят это. Ну, хотят, а потом и нарывается. Угу. То есть вы тоже так немножко себя сдерживаете? Ну, конечно, да? Потому что есть, это еще и провокация. Угу. Мне приходилось иногда, я в таком миролюбивом настроении добывал, приходилось давать в морду. И не важно, что было, это Ригерт, и все налезли, да? Ну, именно хотели, вот, А еще слышали, что вот такой богатырь идет какой-то. Ну, подумаешь, там руки немножко там. Накачаны. Ну, двинешь одному там. Все, на этой группе надолго хватает. Но я старался не бить сильно, потому что опасно просто. Ну,
Кулаком или все-таки под больше этим, леща? Ну, вот так, леща, леща когда идет, да? Она вот так наотмашь. Потому что нам опасно. Вот. Ну, кулаком бил, когда вот не один, два. Чтобы было время ему полежать чуть-чуть. Да, да, да. Ну, я боксом занимался, поэтому я знал, как бить, чтобы... А, ну да, вы же с бокса начинали. Чтобы четко попасть, вырубить и все, выключить. Но не оторвать провода, так сказать. Обалдеть. Как у вас здорово сейчас? Ты телефон? Там вот там знаю. Вы к этому нормально относитесь? Конечно. Да? Все-таки самому сейчас вот душа куда больше лежит? Что хотите делать? Что, ну, здесь все понятно, хорошо, душа отдыхает, но выплеск энергии там должен быть куда-то. Еще можно много сделать. С опытом. Ну, нарваться я не хочу. Ну, дело в том, что... В команде быть, чтобы не воевать, а именно работать, да? Да. В таком ключе, да? Да, да, да. Воевать это... Все равно от войны толку не будет. 100%. Там могут быть победы... Там какие-то бои выигрывают. Мелкие. Да, но войну это не выиграешь никогда. Ни одна сторона не выиграет. Только потери. А когда нормально идет, вот как цикл четырехлетний. Угу. Первый год вообще спокойный. А потом начинается. После Олимпиады. Да, да. Потом так себе. А потом, когда сделали два года отборочных. Вот, два года напряжения. Когда было один год отборочный. Потом, и отсюда же меняются все правила, писанные и неписанные, внутренние, все. Вот там вся эта международная общественность. Ну, кстати, вот эти санкции, мы же одни из первых почувствовали на себя много лет назад. Санкции, ну, помнишь, международные? Ну, да, 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 да. Как вот, как наш выходит, то штангу почистить надо, то помочь поднести, да, да, то да. Еще что-то. Ну, как вот мелкую пакость. Ну, это же не то, что санкции, это просто отношение к России. Ну, так, а отношение к России, отношение. Да, да. Где возможно нас немножечко, да. Но это же и делает сильнее, поэтому что, ну, конечно, делает сильнее, да. Конечно, да. И поэтому много много чего делать сильнее. Нет, желание, не то что желание, а не откажусь работать, если будет что работать. Ну, сейчас через полтора года выборы будут, как вы считаете, вот эти нынешние должны ваши представления оставаться-то, или все-таки не их это место? Них это место. Них? Них уровень. Уровень них уровень, да? Них уровень. Они не могут выскочить с этих штанов. Мне кажется, развития нет. Вот в моем представлении. Нету развития, шаг, какой-то шаг вперед грандиозный. То, что именно поменяет что-то. Понимаешь, нет горения. Именно творческого горения. И другого горения нет. Ну, сильно многих новых людей-то там нету. Поэтому работать придется опять-таки с теми же людьми. Да, ну лучший вариант, я считаю, это все-таки с людьми, у которых свои ученики есть, сборные. С ними работы. Да. Потому что они почему-то быстрее убеждаются. Ну, ну даже Писаревский сдавался, ну, не при людях. Mm-hmm. Что да, вот, вариант. Вот раскладку мы делали по Олимпиаде 2004. Говорят, вот нафига вам это надо было? Такие показухи. Mm-hmm. Что? А, не, ну понимаешь, ну всегда же обманывали. Кого? Тебя обманывали. Кто тебя обманул? Тебя хоть раз кто-нибудь обманул? Я не говорю про себя. До меня. Никто же тебя не обманул. Многим из тех, кто с вами там работал, и даже те, кто не работал, не давал покоя именно то, что сборы постоянно в Таганроге проходили. А где проводить? Ну, да, это другой это. Вопрос, как бы, но именно им не давал покоя, что это, блин, прям вот все, Таганрог, Таганрог, Таганрог. Ну, это обычное дело. Ну, предложите, предложите. Предложить лучше. Ну, мы же проводили где-нибудь, и не идет. Угу. Не идет. Последний сбор, как-то не крути, надо под Москвой делать. Это обязательно. Это потому что комфортно, много, это там, удобно. Да, удобно. Много бумажной работы. Удобно. Много, много беготни, много всего. И людям туда ехать, в Москву. Даже проще, даже с этим. Командировку взял, поехал. А на сбор что, на подготовку? Что? Приедете на этой неделе на базу-то? Да. Да? Приеду, конечно. Что, увидимся тогда там, надо, да? Конечно. Да. Тем хочется на базе еще.
Да это замуж, сами диету держите, нет? Да, держу. Как-то вы это неуверенно сказали. Ну что, сказать нет, тоже неправда. И сказать да тоже, да? Не совсем правда. Ну ясно. Накормили вас? Что еще надо человеку? Пожрал. Это, дамочка, хотел задать вопрос по поводу вот этой штанги. Кому в голову пришла эта идея? Сейчас трудно сказать, но то, что отец Клоков один из заботчиков был. Думали, как же сделать, чтобы было... Оригинально. Оригинально и в то же время показало, для чего все это делается. Не, очень, конечно, идея хорошая. Я даже не помню, как это все придумывалось, честно. Вот я подробностей тоже не знаю, но мы и обсуждали недели две, наверное. Да? Так как вот идея, и пришли к самому простому решению. Прикольно. И флаг российский. Да, и... да, 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 да. Ну вообще помните, как все это начиналось-то? Ой, конечно, помню. С чего вообще идея вся пришла? Как вот. Что я мелкий еще был, я не помню всего этого. Негде тренироваться было, сборная команда. Угу. И много разных просматривали. И там, Подольск поехали. Ну, база гибнет, Подольска. Угу. В нашем меди. Ну, вообще-то тяжело атлетике было, тяжеловато. Вот перед тем, как Клоков стал президентом, но идея это уже до того была. Была, да? До того. Вот мы уже, так сказать, она в голове носилась. Необходимость была? Необходимость была, да. Я тогда просто тренер работал, директор школы. Вот. Потом со Славой встретились. Стали разговаривать. Я не помню, где-то на каком-то совещании большом штангистском. Вот, стали разговаривать. Он говорит, ты знаешь, немножко я стал зарабатывать. Все, ну хочется долг отдать штанги, за которые. Вот. Ну, не выложился человек. Горит. Да, он до сих пор, наверное, еще горит этим делом. Ну, душа, да, конечно, да, здесь да, еще. Да. Он же такой заводной. Я еще тогда пошутил, я думал, я один такой заводной, ты тоже. Ну, а как же. Вот. Хотели в Ростове, бывший олимпийский центр, школа Блюкфельдера. Вот, ну, там уже схвачено все было, то есть, там нечистый вариант был. Вот, потом, вот это, заарендовали, школу заарендовала помещение. Пустующее. Вот я помню, когда мы начали. Ну и Слава говорит, я готов. Давай обсуждать варианты. Что, чего, как. Школа, не школа. Ты знаешь, школа это хорошо, но это все равно. Надо что-то параллельно создавать. Вот вообще слово академия. Какой оно смысл в себе несет? Как было выбрано именно? Это задумка была сразу. Вот от детишек, от новичков. Угу. Вот так она и есть и до сих пор. Угу. И до высшей. До максималки. А академия это как раз вот это значение вмещается. То, что взращивает с нуля, да? Да, исторические академии. Раньше тоже академии назывались, и детские организации академии были. И, ну, это... и академия это классика, понимаете? Именно не... новые там виды спорта там придуманные еще что-то, а именно классическая олимпийская штанга. Угу. Вот прикидывали как, что, угу. Чего. Вот. И, ну, для начала решили так вот. И так, чтобы и проживание здесь было. Я тут оббегал все эти конторы строительные, там, архив стали поднимать, все, ну, чтобы ну, совместить вот это.
Проект же не было на это здание. Uh-huh. Это хозяйственным способом, когда ты котельщик. Потом котельщик построил. Потом оказалось, что оно еще за котельщиком. Закреплено? Да. Вроде передали городу, оказывается, передачи не было. То есть там документы надо было. Но очень много. То есть три месяца ушло на бумажную, да? Так потом еще года полтора или два. А вообще само вот от старта, так сказать, ремонта и разрушения внутренних перегородок до открытия сколько времени ушло? Ушло 10 месяцев. 10 месяцев? 10 месяцев ушло, да. А почему не было варианта построить с нуля здание? Нигде. Нигде. Не было земли? С землей тогда была проблема. Серьезно? Была тогда. Конечно, с нуля можно было. Вот, ну, не было этого. Это, мне кажется, было бы и быстрее, и легче бы. Это и... сейчас мы, так вот уже где-то в 2000-х годах, когда нулевые пошли, 2000-е, угу. Там уже... Спокойно. А тогда еще не было такого. Я тогда понял. Что? Тогда еще госстрой работал. Ну, то есть, вот эта старая советская машина, тормозная, работала. Угу. Еще и в России еще долго работала, и до сих пор еще кое-где работает. Ясно. Вот до академии, Давид Адамович, вот, все знают у вас как спортсмена, потом уже современники, так сказать, знают вас как главного, знают как директора школы. Вот в этот промежуток времени, чем вы занимались? Жил. Где-то выживал, где-то жил. Где-то вот это очень интересно, жил. Знаете почему? Потому что, вот это даже мне лично интересно, потому что я не все знаю, так какие-то отголоски, да? Потому что вот я сейчас как раз на той стадии нахожусь, да, когда вот ты уже вроде закончил, и вроде как еще такого фундамента, как вы вот здесь, да, еще не нашел. Вот вы чем в этот момент занимались? Ну, начал исторически так. Вот когда ушел с главного тренера Союза, угу. Это 87-й год. Притом сам ушел еще. В советском спорте была отставка, так, крупными буквами, стадия. Отставка? Отставка, да. Серьезно? Отставка. Я оказался первым, кого не выгнали, а кто положил портфель, при этом так. Громко. Грамму на стол положил. Ничего себе. Ушел и зарплата тоже сразу ушла в момент. Вот. Надо было чем-то жить. Дети двое маленькие. Угу. В то время сколько им было, когда вы уходили? Седьмой, это значит одному было 7, Денису. А 3 было Славику. Ага. Вот. Но я сутками иногда дома не был, за рулем. Колдовал, просто колдовал. Такси на наше, да, сейчас, да? Нива была, но я не так вот мотался по городу, как такси. Ну, когда снегопад выпадет, то тут с транспортом вообще с ним не ходил, не чистили. Сейчас шумят, что вот не чистят, а то что же не, так же было. Просто зима, ну... Вот, бывало и на Украину ездил, сопровождал, потому что вездеходик. Угу. Вот, это вам сколько лет было? Это мне было 40 лет. 40 лет, да? 40 лет. Психологически вот этот момент? Ты знаешь, мне некогда было психологически переживать. Потому что надо было пахать, надо, да? Надо было пахать, кормить семью, дню рождения, к праздникам, там все, и одеть что-то надо было. Вот, и... Ну, если мне когда было думать об этом, нужно было жить. Ну, тем более я привыкший деревенский парень. Угу. К работе. Вот. К работе, к любой угу. работе. Хоть, как говорят, в атаку вести, хоть окопы копать. Вот. А, приехал я в Ростов, зашел тогда. Департамент был областной по физической культуре и спорту. Я говорю, вот такое дело, я еще, так сказать, свеженький. С работой знаком, еще не остыл. Ну, набирай детей, иди. Ру где? Вот, то есть вот такое отношение было, такое было отношение. К олимпийскому чемпиону, да? Набирай детей, иди. Ну, подожди, что я детям скажу? Я не помню. Я сам не ребенком начинал. Uh-huh. Я взрослым человеком уже начинал. Я не знаю, как с ними. Вот. Если где-то вот группа есть, я наберу группу быстренько. Вот. И... Ну, в общем, мне не понравилось вот это, думаю, нет, с Этишкой попозже. А потом уже приглашает меня опять приехать. Вот есть идея, мы сейчас открываем школу,
вот школу имени тебя. Я говорю, и что? Это их идея была? Да, школа номер 7 имени Эрикерта. Я говорю, что памятник при жизни, чтобы я быстрее дуба дал. Да нет, ну как вот, ну как-то, я говорю, ну имя не имя, как это будет выглядеть? Так, 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 значит, самостоятельная школа со своей бухгалтерией, все. Я говорю, как, что, ну стал вникать, а я уже так с бизнесом чуть-чуть был знаком, ну с хозяйством. И вот так вот, автономная школа, только тяжелая атлетика. Открыли вы школу, да? Ну, открыл. И вот на базе школы как раз мы пытались, как раз обговаривали. Я Славе говорю, слушай, вот у меня школа есть, юридическое лицо, все. Вот, детская школа, и при том Олимпийского резерва сразу назвали ее. Рафилиал по всей области. Везде у меня тренеры были. Uh-huh. Это ну, Савицк, там, они были у меня на ставке сидели. Да. Вот, кому-то ставка, кому-то полставки. Вот, Новочеркасске, вот, они потом все отделили, стали отдельными, ну, при школах. А так вот, ну, они были все практически без денег, безработные. Ну, собрал кучку, и какая-то зарплата это была. Это какой год, вот именно про то, что вы сейчас говорите? В 86-м мы открыли школу. Вот, 86-я. Социальная школа Олимпийского резерва, да. Просто я вот помню, что когда я вот сюда приехал первый раз, 99-й год, когда вот открытие вот этой было академии, то Ростовская область прям вот очень сильная была. Мы очень выиграли сильная. Россию. Так я просто и говорю. То есть Россию. Реально вот у вас здесь были сборы, где было очень много ребят, причем сильных да, ребят. Да, это как раз на базе школы делал, да. Вот почему потом как-то вот это все вот Ростовская область пропала? Вот, странно же, вот, вроде... Не знаю. Это чудеса с министерства. Да? Там что-то опять тем не понятно. Ну, я человек, хоть и воспитан, но иногда могу, давай тут сразу, где хорошо выступили ребята, там их сразу приняли в те школы, там отделение им делали, там все такое. То есть, ну, внимание сделал, ну, я свое дело сделал. Угу. Вот. Но дело в том, что система стала по управлению меняться резко. Значит, я должен был иметь отдел кадров. Вот. А ну, с каких денег? Что, короче, кстати, стало больше бумаги и волокиты, чем работы. Там просто невозможно было нормально работать. Вот вы в разное время занимали разные посты, да? Занимались разными делами. Вот вы сами себя наиболее комфортно, вот реально в своей тарелке, когда чувствовали? В какой должности, в каком виде? Когда вы действительно кайфовали и понимали, что вот это мое. Ты знаешь, очень комфортно я себя чувствовал при Союзе первый год работы. Угу. Не мешали, потому что в таком заднем месте был Санкт. А потом, как только стали поправляться дела, стало много совесть, много помощников. Стали помогать. Да, это ж хуже всякой... Помощи. Хуже всяких тормозов, всяких минных полей помощь. Такая. Вот. Потом очень комфортно себя чувствовал, вот когда вот здесь начинали. Нашли я себя, да? Уставал. Так уставал, но ни разу не было такого, чтобы да ну его нафиг это все. Нет. Наоборот, вот, вот на фоне усталости засыпаешь, сидя. Первое я засыпал вот тут. Ага. Там гремят. Только спину прислонил. Выключилось. А в голове все вот это, даже сонное это прям все. Где какой гвоздь, где что, чего, как. Скайфовали от этого создания, да? Да, знаешь, она когда идет. Угу. Ну, наверное, у штангиста у многих вот это есть. Вот когда тренируешься, и получается, и растут килограммы, оно видно результат, вот он живой. И здесь тоже живой. Раз стеночка там на кирпичик выросла, там это то. Я тут даже иногда я ломал стенки кувалдой. Сами, да? Ну, когда торопится, не ты посмотрю, это что за раствор намешанный. Вот, ну, после того, что вы сейчас сказали, хочется следующий вопрос задать. Вот откуда появилось выражение «кто хочет, тот добьется»? Как родил? У Исаака Долоевского есть песня такая. «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет». Я эту
Я эту песенку люблю, ну, с детства. Я где-то раз услышал. Ага. Дети капитана. 15-летний капитан или дети капитана Гранта. Там. Вот еще старый фильм был, один из первых советских фильмов, ага, который я видел. Мне так понравилось. А у меня тогда ну, были причины вот эту песню полюбить, кто хочет, кто добьется. Сильные слова. Сильные действительно слова. Это. И вот и вот это три фразы вот это. Кто хочет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто да, ищет, всегда найдет. Вот вы спортсмен советского периода. Вот что для вас слово патриот, патриотизм? Вот я почему-то уверен, что у вас много раз пытались переманить куда-нибудь за кордон, заманивая всякие там хорошей жизнью, деньгами, много, так и так далее. Мне почему-то кажется. Много, но были такие случаи, мне кажется. Лет я выступал, ну, практически постоянно. Да? Как спортсмена или потом уже как тренера тоже? Как спортсмена и как тренера. Один раз я согласился, но это было во времена, действительно, я нигде не работал, так что еще до школы. Вот. Но почему-то потом приглашение-то пропало. А куда пригласили? Ну, Таиланд было приглашение, там я не особенно хотел, а потом... Именно тренером, да? Тренером, потом Виталий. Хорошее там было предложение. Ну, туда же через отдел тяжелой атлетики, через Госкомспорт уже делалось. Поехал другой человек. Ну, для вас вообще слово «патриот» что означает? Просто у нас вот многие, например, там, мой, ой, что-то непатриотично, я там что-нибудь, какую-то майку где-нибудь не так одену, меня там засыпают, вот для вас лично, вот что такое патриотизм? Патриот, это не значит, что ходить в патриотической форме, там, или петь патриотические вот, песни. Я понимаю. Вот припрет, как себя поведет человек. В этой это, ситуации, да? Да, вот такой он патриот. Когда все хорошо, не надо об этом кричать, когда да? Все хорошо, вот это... Хоть глаз на одно место натягивай. Для вас самые тяжелые соревнования, как для спортсмена и как тренера, какие были? Вот два соревнования. Одни как для спортсмена, самые тяжелые, одни как для тренера. Самые тяжелые? Ну, да, первый, прям где очень тяжело. Чемпионат мира, это даже не могу сказать, чем они мне были. Для меня самыми позорными. Хотя там ни баранки не было, ничего. Mm-hmm. Вот. Ну, потому что я ничего не помню. Ну, не то, что струсил, слава богу, справился. Ну, вот не страх был, а вот это горение вот это вот. Поэтому я очень всегда, всю жизнь лояльно относился к срывам новичков. Которые первый раз выезжают? Да, 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 да. Потому что прошел через это, знает. Это полубеспамятство такое. А как для тренера? А для тренера самое тяжелое выступление, это было при Союзе еще, 85-й год, чемпионат мира. Знаешь, такая, как с вилами на паровоз. Тяжелое, потому что, во-первых, я как тренер, новичок, можно сказать, я только-только ушел с помоста несколько лет назад. И выступали ребята, с кем я еще выступал. Они вас слушали? Слушали. Слышали? Слушали, да. Слушали. Хотя иногда я... Прошло несколько лет, я так понимаю, что иногда я... Перегибали? Слишком от них требовал больше, чем это было бы... Педагогично, так мягко говорить. Но я от них требовал, как от детей, больше, чем от тех, которые... Уже от мастеров таких, что ого. Да, да, да. От этих я требовал больше. Вот. И чуть ли не на грани обиды было, когда у них что-то не получалось. Я же знаю, что они так, они же сильно, мы же вместе выступали. Но они тогда были пацанами еще, когда я выступал. Вот. Это и Леня Тараненко, и Юра Захаревич. Ну, Юра Захаревич, уходил, он только пришел. Это Варданян еще под моим началом выступал.
И из Арсамакова выступал, я главным был. Вот. И, конечно, было тяжело. Это тяжелые были соревнования для меня, как тренера. После того, я, знаешь, это как будто неделю без остановки оттренировался. Я таким уставшим не был. Никогда. Можно сказать, что вот как бы вы сразу попали такое в пекло, и потом это вас закалило уже дальше? Ну, можно и так, да. Можно и так. А самые такие радостные были. Как для тренера, да? Как для тренера, да. Как для спортсмена, мне каждое соревнование были. Было отдельно радость. Нельзя выделить что-то. Ну а тренер, как тренер, когда вы получили тренер, наибольшее удовольствие? Вот, пока шли соревнования, это не чувствовал. Вот помнишь, когда мы выиграли чемпионат мира командой, это где-то Южная Азия была, Юго-Восточная Азия. Мы же не выигрывали командный чемпионат долго. Ой, а какой год точно сейчас? 2007. Седьмой. Таиланд. Да, да. Чангмань. Седьмой год. Чангмань. Вот тогда зрелая команда была уже, зрелая. Четвертый, пятый, шестой, это все рост был. А вот седьмой год уже зрелся. Тем более прошли все эти ребята. Огни, воды, медные трубы все вместе, вот этот пятый, шестой год. К сожалению, в восьмом это не вылилось, да, в золото. То есть была возможность что-то изменить в своей судьбе, да? Да. Что бы изменили одно? Есть что-то такое, что, по-моему, грызет? Ничего, нет. Грызет. Так, покусывает иногда, но чтобы грызло, нет. Меня одно грызет, вот. Вот за это действительно, что я зря в свое время родителей вытащил из деревни под свой бок в шахту. Рядышком квартиру они получили. Они там начали болеть. Вот это меня действительно. Так, я недавно был на могиле. Где они вас похоронены? На Кубани. На Кубани? Да. Рядышком. Хотя в 10 лет разница. Отец раньше, 79, а мать 89. Хотел сделать как лучше, получилось не как всегда, а получилось очень плохо. Они мне никогда не говорили об этом, ничего. Они не хотели сами, да? Ну, они настолько любили меня, и еще и воспитаны были, что они не могли мне отказать. Вы сейчас сами в удовольствие живете, все вам, все в радость? Ну, удовольствие я люблю получать. Да? Для удовольствия надо сначала пахать. Не, ну, я думаю, что вы уже заслужили. Не, не, это, знаешь, вот смотри, сколько минут длится удовольствие, стоя на пьедестале? Ну, оно того стоит. Оно того стоит, вот и все. Это мгновение, оно того стоит. Ты знаешь, я получаю удовольствие от всего, на что смотришь. Вот рано проснулся, думаю, что там виновато, а потом слышу, сегодня рано, птицы, все такое. Я прослушал сначала, потом лег опять, сегодня вторую серию поспал. А это удовольствие, просто выходишь. Но если нет в чем-то удовольствия, мы скажем, очень плохая погода, ну, мерзопакостная. Ну, придумаешь себе, да, значит, пройдет, значит, так надо. Зато сегодня работать не буду. Опять же удовольствие. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Да не за что. Удачи вам. И здоровья, главное. Спасибо. И тебе.